Хоть бы меня мама не нашла, хоть бы меня мама не нашла. Не надо. Пошли, пошли. Нет, я не хочу. Нет, я не хочу. Стой, вернись, пошли. Пошли к стоматологу, быстро, пошли. Это же не вопрос. Нет, все, заходи, быстро. Как скучно. А чем бы заняться? Вообще такая скукотень. Чем бы заняться? О, придумала! У меня же есть мистер Субастик. Можно ему полечить зубы? О, помню, я недавно к стоматологу ходила. Это было вообще неприятно. И болит, болит. Нет. Лучше я буду доктором. Так, где этот Зубастик? Так, где же мистер Зубастик? А вот же он, кажется, это он. Да, это он. Зубастик, нашла. Ну что, теперь я буду доктором и буду лечить зубы. А вот и наш Зубастик, ну берегись. Ну прости. Ну, теперь я доктор. Здравствуйте, доктор ждет пациентов. Здравствуйте, мне нужно полечить зубы. Проходите, будем лечить. Я готов. Давайте свой ротик. Только не бойтесь. Для начала мы вам сделаем новые зубы. Делаем кружку. Угу. Зубик. Ну все, пациент, теперь вы с зубами. Только у вас кариес. Надо лечить. Ну, что поделаешь? А если будет не больно, не страшно? Доверяйте мне. Приступим лечить. Фух, не просто быть стоматологом. Ну, пациент, ж нужно чистить зубы каждый день. Забираем микробы. Фух. Фу, а этот зуб нужно вырвать. Видно. Один, два, три. Ай! Ой, эти позвоним назад. Так, вот. Так, а теперь будем чистить дырки. Ну, эти зубы мне уже надоело лечить. Так, еще почистим зубы. И чистим зубки. Ай, короче, надоело играть. Иду посмотри, что мама делает. Алло, здравствуйте, это стоматолог? Мне нужно записать ребенка 7 лет на прием, на осмотр. Да, да, на сегодня, если можно. К стоматологу? О, нет, нет, спасибо, спасибо. Хорошо, мы будем. Спасибо, спасибо, до свидания. О, Януль, а у меня для тебя новость. Иди сюда, расскажу. Нет, спасибо. Иди сюда, стой. О, нет, мам не хочет отвезти к стоматологу. Куда мне клеться? Нужно срочно спрятаться, куда? Что мне делать? Хоть бы меня мама не нашла, хоть бы мне мама не нашла. Я не хочу к стоматологу, это так, да, неприятно. Все, у меня здесь нет. Януль, ты где? Я знаю, ты здесь где-то. Выходи, это просто осмотр. Там больно не будет, Януля. А, вот ты где. А ну, выходи быстро. Нет, мам, пожалуйста, если это шутки, скажи правду, что это шутки. Мы давно не были в стоматолога. Доктор должен посмотреть, все ли в порядке с твоими зубами. А вдруг там микробы? Ладно. Пошли, нужно, пошли. Еще один раз на проверочку нужно сходить. Пошли, пошли. А у меня зубы очень...
очень белые. Пошли, доктор проверит, все ли в порядке. Пошли. Пошли. Мама, может, не надо? Надо, надо. Не надо, не надо. Пошли, пошли, давай. Зубки, смотри, какие белые. Не надо. Пошли, пошли. Посмотрим, все ли в порядке. Давай, давай. Вот мы уже почти пришли. Да. Ребята, не хочу. Ребята, поддержите мне, пожалуйста, лайками. Нет, я не хочу. Стой, вернись, пошли. Пошли к стоматологу, быстро. Пошли. Пошли, пошли. Давай, быстро. Давай, давай, нужно. Сейчас прижимимо просто. Нет, все, заходи, быстро. Ты будешь как королева здесь. Привет. Есть шарики. Выбирай шарик. Выбирай. Ребята, я к стоматологу уже сходила. Стоматолог нашел у меня в зубе большую дырку. Хорошо, что мы ее полечили, а то зуб болел. Хорошо, что это уже прошло. А, ставь лайк и подписочку, и колокольчик. Пока! Прощайте, я не хочу лечить зубы. Ну, когда это видео уже закончится? Ну, ладно, всем пока. Нет, не пока. Подъем. Пока! Пока, говорю! Вставай! Нет. Вставай. Нет. Пусть друг что. Говорю, нет. Все, меня здесь нет. Не смотрите, меня нет. Здесь. Пока. Иу. Ай, да ладно.